В России планируют построить 6 авианосцев. Программа строительства нового авианесущего корабля обсуждается в РФ уже не первый год. В ближайшее время в России будут заложены 6 авианосцев. Об этом заявил первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, передает Лента.ру. «В ближайшее время мы 6 заложим», — сказал Клинцевич о российских авианесущих кораблях. Об этом он рассказал в эфире программы «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым на телеканале «Россия-1». Ранее в апреле 2017 года главком ВМФ Владимир Королев заявил о том, что авианосный флот России будет расширен. «Мы постоянно над этим работаем, и эта задача будет решена», — сказал адмирал, отвечая на вопрос о том, есть ли планы построить для России флота еще несколько авианосцев. Отметим, что программа строительства нового авианесущего корабля обсуждается в России уже не первый год. Возможные варианты облика корабля прорабатывались в рамках госпрограммы вооружений 2011-2020 годов. Сейчас у России вообще нет полноценных авианосцев, а единственным кораблем, который приближается к этому классу, является авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», построенный еще во времена СССР на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве. Как сообщал корреспондент.нет, в ближайшее время крейсер «Адмирал Кузнецов» отправится на ремонт с модернизацией, который продлит срок его службы еще на 20 лет. На проведение работ планируется потратить 65 миллиардов рублей, более 1 миллиардов долларов. Трамп ввел в состав флота новейший авианосец. По материалам сайта newsgro.com.